Вот такое незапланированное видео. Какой-то небольшой рой, но их было гораздо больше. Это я пока за видеокамерой сходил. Так вот, этот небольшой рой зашел вот в этот лежак. Лежак, честно говоря, еще совсем не оборудован для пчеловодства. Он еще... Вот этот соседний, он годный, единственный из пяти лежаков. А те еще как бы некомплектные. Они все, вот эти лежаки, будут еще чиниться, приводиться в нормальное состояние. Часть уже я работ сделал. Но суть не в этом. Вот видите, залетели пчелы. Сам рой я не видел. И вроде у меня как бы там после зимы семьи там было всего-то у меня 5 перезимовавших из 12. Шестая оказалась без матки. Я ее подсилил, они матку выявили. Но это получается вот даже меньше половины. Ну, если считать еще те, которые выявили матку, то вот половина, 6 семей выжило. Ну, конечно, они опять поделятся за сезон. Но зимовка пока плохая. Буду вот все делать для того, чтобы зимовка стала нормальная. Поговорил тут с одним другом, опытным пчеловодом. Он говорит, что у него уже 4 года нулевой отпад. Вот надо к чему стремиться. Ну, а здесь вот рой, который внезапно для меня, пока вот я тут на грядках, обрабатываю грядки. Вторая грядка. Тут начал мотыгой все это убирать. Вот, смотрю, прилетел вот такой вот рой. Ну и, конечно, здесь их было очень много. Сейчас это уже остатки, совсем маленькие остатки. А так, ну не сказать, чтобы прям рой большой, но по сравнению с тем, что сейчас, тут было в разы больше. Тут просто они как бы это летали над этим лежаком очень-очень массово и в него вот зашли. И вот опять же к вопросу о том, что этот лежак тоже битумом обрабатывался. Вот уже в том году зашли в обработанный битумом улей. В этом году тоже зашли именно в обработанный битумом улей. Ну вот специально я его не делал для ловли. Это вот для меня внезапность такая, что вот прилетел рой. Ну как бы у меня с учетом потерь, мне рой совершенно не помешает. Не знаю уж, чей это рой, от меня он улетел или не от меня. У меня, в принципе, семьи пока слабенькие, вот, 16 число, а там еще как бы вообще семьи очень еще слабенькие. Конечно, они разовьются, но меда будет мало. И у меня две семьи были, они более сильные, но что-то я не думаю, что это... Оттуда улетело, хотя кто его знает, в одной из семей я маточники ломал. Может быть, какой-то просмотрел, потому что они агрессивничали. Может быть, все-таки вывели еще одну матку, улетели. Ну, опять же, в улей влезу, там будет понятно. Ну, вполне возможно, что все-таки рой это от соседних пчеловодов. И то, что как бы это не мой рой. И вот опять к вопросу о тачках образных. Если это мой рой, то опять получилось так, что у меня стоит, те ули стоят на одном тачке, прилетели на другой тачок. А в прошлом году наоборот, с этого тачка перелетели. Вот там видно, вот там вот, дальше вот там за деревьями, там второй тачок. Вот, так что это вот к вопросу о том, что если у вас несколько тачков, у вас пчелы, скорее всего, если даже будут роем уходить, то они будут садиться в пределах вашей пасеки, они будут как бы себя дарить другим пчеловодам. Или где-то там, куда-нибудь он в лесу там, сели бы на дерево, и еще на большой высоте, и где их там ловить. Тем более, как бы, если там высоко, то я туда и не залезу. Но где-то там лестницу подставить, там на 4-5 метров еще залезть-то можно. Ну вот такие вот новости. Так что рой пришел, посмотрю у себя, постараюсь понять, у меня это вышло, не у меня это вышло. И тогда потом в комментариях отпишусь.
А на этом прощаюсь. Буду для вас снимать еще другие интересные сюжеты. До свидания.